Ассаламу алейкум всем туркоязычным братьям. Под видом спецоперации Путин устраивает геноцид туркоязычного народа. Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Ислам для нас святое, и не надо играть нашим святым. Мы будем уничтожать этот шайтанский режим Кадырова, имперский режим Путинова. Мы будем бороться каждый день. Мы будем кошмарить вас изнутри и снаружи. Жашасын Туран! Жашасын Туран! Жашасын Туран!